Женщина с нами, когда мы рождаемся. Женщина с нами в последний наш час. Женщина – знамя, когда мы сражаемся. Женщина – радость раскрывшихся глаз. Женщина дает всем нам жизнь. Мы все должны быть благодарны женщине за то, что она дает нам жизнь. И этим почти все сказано. Женщины, они, конечно, очень разные, но всегда прекрасные. Вот я заговорил стихами просто, но от души. Я лично считаю, что наши российские женщины самые талантливые и самые красивые. Кроме всего прочего, наши женщины в подавляющем большинстве случаев и профессионально работают. Работают сами на производствах, в той же науке, в образовании, в здравоохранении, в социальной сфере. И демонстрируют, в общем, замечательные результаты. Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днем.